агентство «Информбюро». В течение 3 апреля войска 2-го Белорусского фронта вели бои по уничтожению остатков окруженной группы немецких войск восточнее Гданьска. Наши пехотинцы совместно с артиллеристами и танкистами отбили все вражеские атаки и нанесли противнику тяжелый урон. На поле боя осталось до 1500 трупов немецких солдат и офицеров. Захвачено у немцев 20 танков и самоходных орудий, 12 бронетранспортеров, 90 полевых орудий, 12 складов с боеприпасами, продовольствием и военным имуществом. Наша авиация наносила бомбардировочно-штурмовые удары по скоплениям войск и техники противника. В Данцигской бухте потоплены 2 немецких транспорта. До 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 29 самолетов противника.